покажем твою и мою рудрапшу. Итак, идет запись. Что это такое? Это... Есть такая легенда. Можешь снимать и рассказывать. Есть такая легенда. Нет? Да. Какая легенда? Бог Шива сделал глубокой медитации на благо всех живых существ на планете Земля. И когда он вышел из этой медитации и увидел, как живут люди, он заплакал. Заплакал, так. И из его слез выросло дерево Рудры. Из слез Будды выросло дерево. Из слез Шивы. Шивы. Выросло дерево. Так, так. А это плоды этого дерева. Это плоды. А что они такие? Рудракши. Они вообще большие? Что они засохшие, маленькие? Нет, они такие. Плоды дерева. Это плоды дерева. Плоды дерева Рудра. Рудракша. Рудракша. Ну, а ты что, ты не повесь его и на шею? На, снимай. Ну, я ж не вижу. Ничего, я тебе повесила на шею. Мне захотелось это сделать. Прекрасно. Если что-либо хотите сделать, сделайте это. Сделайте. Мне очень Рудракша. Захотелось это сделать. А вот ты говоришь, Рудракша пятиликая. Вот это нормально, верни камеру, не крути. Пятиликая Рудракша. Что такое пятиликая Рудракша? Ярослав, я сейчас не могу сказать точное значение. Их от одноликой там до, если я не ошибаюсь, 14 ликов. 14 ликов. У меня семиликая. Семиликая — это воплощение богини Лакшми. Плодородие, процветание. Это же. Ты понимаешь, что это психотерапия? Пятиликая Рудракша. Что ты втираешь? Это же образы. Это же комикс. Образ Шивы. Шива. Образ Шивы. Пусть это будет Шива. Игры разума. Игры разума. Ну ладно, хорошо. А для чего колокольчик? Я сняла колокольчик этой шеи Ярослава. С этой вот веревочки, в которой много колокольчиков. Только что этот колокольчик висел на шее Ярослава. А теперь он висит на моей шее. Я уезжаю в Индию, этот колокольчик будет со мной. На сколько? На полгода? Да. Какое послание обществу, тем, кто остается, и тем, с кем ты пребываешь? Берегите Ярослава. Он нам нужен. Ну хорошо, у меня сейчас есть возможность. Дай... рекомендацию, мне характеристику. Тебе рекомендацию? Ну да. Ярослав, с утра. Два стакана воды. На голодный желудок. Потом ты занимаешься йогой. Угу. Минут 40. Угу. Йога и пранаяма занимают твое время. Угу. Если есть больше времени, встреча в прямом интернет-эфире с Владимиром Владимировичем.